Санатории «Сосны» продолжают улучшать свою материальную базу, тем самым расширять свои возможности в профилактике и лечении заболеваний. Новый аппарат высокотоновой терапии – новинка не только для санаторного учреждения. Он единственный в регионе. За счет того, что клетки под воздействием электроимпульсов колеблются с очень высокой частотой, происходит воздействие не только на окружающие ткани, а непосредственно на саму больную клетку. И она начинает работать в здоровом, правильном режиме. Образуются такие так называемые электростанции в клетке, это митохондрии. Организм омолаживается, начинает работать по новому принципу. У человека повышается работоспособность, улучшается настроение, нормализуются многие функции организма. Высокотоновая терапия – инновационное направление в развитии электротерапии. Процедура не менее приятна, чем полезна. Во время ее прохождения пациент слушает спокойную музыку. И дело не только в расслаблении организма. Играет она и свою медицинскую роль. Мы здесь можем лечить и артериальную гипертензию, и различные неврозы. Очень хорошо себя аппарат зарекомендовал для снятия болевого синдрома. Он превосходит по своему воздействию даже фармакологические методы снятия боли. И еще немаловажный, конечно, вопрос, то, что все хотят быть красивыми, поэтому этот аппарат еще мы планируем применять для уменьшения жировых отложений, для борьбы с целлюлитом. Таким образом, к уже имеющемуся в санатории оборудованию, а это единственный в области магнитотурботрон, более распространенным к сухим углекислым ваннам, криотерапия и спа-аппликация добавился еще один. Не стоит забывать и о самой атмосфере в Соснах. Лечит, может, не в прямом смысле этого слова, здесь и природа. Тем более сейчас все цветет и благоухает. Поэтому неудивительно, что о санатории знают и далеко за пределами района, и даже республики. Почему именно сюда? Что мне здесь так нравится? А вы оглянитесь вокруг. Посмотрите на эти необыкновенные многолетние сосны. А посмотрите, какая речка. А воздух какой. И вот среди всего этого вот такая вот замечательная лечебная жемчужина. И вот здесь созданы все условия для людей разной категории. С различными болезнями. Я думаю, что это прежде всего национальная белорусская особенность. Вот это особо подкупает. Все остальное можно найти в любом санатории. И те же процедуры, и те же условия. Но необыкновенное, наверное, это ваши люди. Вот ради этого я сюда приезжаю в пятый раз. Понятно, что в основном в санатории отдыхают и оздоравливаются работники нефтеперерабатывающего завода. Но двери учреждения открыты для всех. Напомним, что получение процедур возможно только по путевкам. А дополнительную информацию вы можете узнать по телефону, который сейчас на ваших экранах, или же на сайте. Илона Шавловская, Юрий Грабец, телеканал «Мозырь».